В Акмолинской области в поселке Окжетпес в преддверии старта отопительного сезона сдали новую котельную. До этого они отапливались из соседнего Бурабая, ну а там, в свою очередь, завершили установку трех новых котлов. Все это позволит сократить дефицит тепла этой зимой. Строительство новой котельной в поселке Окжетпес завершили к началу отопительного сезона. Тут проживает порядка 1000 человек, и все прошлые годы тепло сюда приходило из Бурабая. А этот самостоятельный зимний сезон обещает быть жарким, уверены специалисты. Проведена ревизия насосной группы мазутного хозяйства, установлена новая емкость мазутная на 200 кубов. Котельная у нас новая, в этом году будет запускаться впервые, в отопительный сезон войдет. Это позволит нам разгрузить Боровскую котельную. А в курортном Бурабае в эксплуатацию ввели сразу три новых котла. Уже завтра запустят один из них, а с прихода морозов подключат еще два. Это будет первый отопительный сезон для нее. Все соцобъекты, все жилые дома. Но в целом, надеемся, рассчитываем на то, что качество теплоснабжения будет на хорошем уровне и никаких жалоб не будет. Новая котельная в поселке Окжетпес облегчит работу в Бурабае. Тем более, что готовиться к этому отопительному сезону в регионе начали с ранней весны. Из областного бюджета выделили 398 миллионов тенге. Еще 480 миллионов из районного. Мы приняли котлы. Это новые агрегаты. Проблем быть не должно даже в лютые морозы. Тем более в Окжетпесе своя котельная. Теперь нам тепла хватит на Бурабай. На котельных сейчас готовность номер один. Уже завтра в дома сельчан начнет приходить тепло. Игорь Мухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Акмолинская область.